Привет всем! Вы на канале Позитивный Огород. Прошло около месяца с того момента, как мы выставили нашу землянику, посеянную семенами, из холодильника, где она у нас проходила 7-дневную стратификацию. И сегодня посмотрим, какой получился результат, кто как взошел. Все мы это сейчас посмотрим. Начнем, наверное, с тех, кто взошел получше. Вот это вот была посеяна клубника, крупноплодная земляника, вот такая вот иришка. Здесь было около 60 семечек, ну и вот такие вот получились всходы. В целом, схожесть очень даже хорошая. Есть небольшие такие вот пятна, где не взошли. Вот здесь, видите, покрупнее растения, которые раньше взошли, а которые вот помельче, это они совсем вот недавно, даже вот еще не, вот видите, всходит. Вот один всходит, второй вот взошел. То есть, в принципе, в течение вот как раз-таки где-то около 30 дней она может у нас вот всходить так немножко неравномерно. Остатки могут припоздниться. И вот здесь вот с краю 6 штук, вот этих два вот этих ряда. Это у нас вот такая вот клубника «Розовая мечта». То есть из 15 семечек взошло где-то около 6. Ну, там вот один еще, 7-й, но совсем плохенький. Здесь такая получилась схожесть. Следующий стаканчик. Вот здесь у нас взошла клубника «Любаша». Из 11 семечек взошло 9. Вот такая вот была упаковка, в которой было указано 10 семечек, но положили 11. Ну, вот такая вот схожесть. В целом очень хорошая. Следующий сейчас я покажу стаканчик. Это у нас вот такая земляника «Королева Елизавета». Прошлые 2 года вообще ни одно семечко не прорастало, а в этот раз нас эта клубника, земляника, немного так порадовала. Сперва взошел вот этот вот центральный росток, а затем начали всходить и землянички по краям. Вот одна из них только-только начала прорастать. То есть вот так все неравномерно. Долго она всходит, до месяца. Поэтому наберитесь терпения. Следующая земляника — это Настенька. Из 15 семечек взошло 9. Вот такие вот небольшие, но уже кустики. И вот такая вот была пачка. Вот такая вот клубника, земляника, садовая фреска зашла хуже всех. Из 15 семечек, как было указано в упаковке, зашло всего 4. Такие вот 4 растюшки. Ну, в принципе, для того, чтобы размножить, нам и этого, в принципе, будет достаточно. Главное, хотя бы по 4-5 экземпляров. Если это взойдет, то очень даже хорошо, потому что семена не всегда нас радуют. И даже из 4 кустиков, вот в будущем, если удастся их всех вырастить, то можно размножить эту землянику, если она нам понравится. И вот так вот взошла сладкоежка. Тоже здесь было 15 семечек и взошло 9. Ну, в принципе, тоже как бы неплохая всхожесть, но вот они немножко, видите, поменьше, чем, например, у Настеньки. И вот такую вот сеяли клубнику Сашенька. Упаковка очень красивая. И сейчас посмотрим, какие же получились всходы. Вот всего 5 или 6 штук, 6 штук. Но некоторые из них совсем-совсем мелкие. В общем, всходы не очень хорошие, вот именно у Сашеньки. А вот такие вот всходы получились у земляники из своих семян. Это тоже у нас крупноплодная клубника, земляника, иришка. То есть собрали свои семена и посеяли вот такие вот всходы. Где-то поменьше, а вот здесь, в принципе, очень даже хорошие такие вот растения. Вот такой вот получился обзор. В общем, в целом есть из чего
так скажем, вырастить хорошие кусты клубники, поэтому можно быть довольными. В целом результаты хорошие. Ну вот сейчас все полили водичкой, присыпали немного вермикулитом, накрыли обратно пленкой и снова под подсветку. Пачки, конечно, у земляники всегда очень красивые, но вот всходы все-таки отличаются. Самые лучшие — это Иришка, Любаша, Настенька. То есть у них лучшая всхожесть. И сами вот эти растения, всходы, вот они крепкие. Не хлипкие какие-то, а вот такие достаточно крепкие. Пу-пу-пу. Не сглазить. В общем, самые хорошие вот они. Королева Елизавета неравномерно всходит, но главное, что она вообще всходит, поэтому пускай растет. Посмотрим, что будет дальше. Фреска и Сашенька, в общем, они очень плохо взошли. И сами растения такие тоже достаточно маленькие, как-то не особо и растут. То есть крепости, вот как, например, вот у Любаши, Настеньки и Иришки, у них нету. Поэтому, в общем, не очень хорошо себя не показали. А сладкоежка и розовая мечта как-то ни туда, ни сюда. В общем, как-то среднячком таким остались. И не особо они, как бы, не сказать, что плохая всхожесть, и не сказать, что они прям хорошо растут. В общем, ни туда, ни сюда. Средние такие. И самое главное, никогда не расстраивайтесь. Даже если у вас зашло немного растений, например, той же Сашеньки, или там фрески, или какой-то другой земляники, клубники. Главное нам пару, или, например, там 3-4 растения дорастить до мая, июня, когда мы их высадим уже в открытый грунт. И затем у нас кустик может, например, как Настенька, она дает усы, Иришка тоже дает усы. Кто-то из этих тоже, вот и сладкоежка небольшое количество дает усов, и Елизавета дает. То есть мы можем потом ее размножить. Главное, чтобы у нас было с чего, так скажем, либо делить куст, либо же размножать усами. В общем, самое главное, чтобы хоть кто-то взошел, а затем, если нам понравится, мы ее размножим. Например, Иришка просто много, очень много у нее усов было. Хотя на упаковке указано, что она не усатая. Поэтому не все так, скажем, буквально нужно воспринимать. И всегда есть шанс на какой-то, пусть небольшой, но все-таки успех. А затем, может быть, и очень большой успех. Поэтому всем всего доброго. Подписывайтесь на наш канал. Делитесь видео с друзьями. Заходите почаще в гости. И пока-пока. До новых встреч. И чтобы у вас всегда все всходило замечательно и прекрасно. Пока-пока.